Орловчане охладевают к ипотеке. Об этом говорят цифры. По сравнению с маем прошлого года, в минувшем месяце показатель спроса на этот вид кредита просел почти на треть. Что ж, вполне предсказуемо. Подробности знает экономический обозреватель Первого областного Анастасия Гришина. Настя, привет. Так сколько орловчан, несмотря на пандемию коронавируса, в минувшем месяце взяли ипотеку? Олег, здравствуй. Почти 500 орловчан оформили ипотеку в мае. При этом годом ранее было заключено 715 подобных кредитов. Несмотря на просевший показатель по ипотеке в мае, ситуация в целом в регионе остается стабильной, говорят экономисты. Все благодаря февралю. Именно тогда было зарегистрировано рекордное число ипотечных кредитов – почти 2000. Всего же в этом году более 5500 орловчан взяли квартиру в ипотеку. А вот рынок услуг в 2020-м ушел в минус, и это не считая мая. За 4 месяца в нашем регионе было оказано платных услуг на 11 миллиардов рублей. Казалось бы, сумма не маленькая, однако она меньше прошлогоднего показателя на 11%. Отмечу, в плюсе остались услуги почтовой связи и курьерские. Больше всех в минус ушли гостиницы и турфирмы. Орловский сталепрокатный завод намерен покорить Приволжский федеральный округ. Предприятие открыло свое представительство в Нижнем Новгороде. Цель – расширить клиентскую базу и увеличить количество заказов. Отмечу, сталепрокатный завод – один из крупнейших экспортеров региона. В прошлом году предприятие отправило за рубеж свыше 3000 тонн продукции. А в начале 2020-го компания изготовила крупную партию крепежей для строительства большого моста в Череповце. Орловчане обошли Брянск и Калугу по финансовой грамотности. Рейтинг опубликовал аналитический центр Национальное агентство финансовых исследований. По заключению экспертов, среди всех субъектов страны наш регион в золотой середине. Так, в минувшем году жители Орловской области стали более подкованными в финансовых вопросах, нежели были годом ранее. Индекс финансовой грамотности жителей региона в 2019-м приблизился к 12,5 баллам, тогда как годом ранее он был 12,36.